Вообще официально праздник День города у нас признан согласно уставу города. Вторая суббота августа. Это официальный праздник, именно который называется День города. Все помним, в 1985 году было постановление от 15 августа, в котором поселок Саянск приобрел статус города. Это является официальным днем празднования города. Ну и 22 апреля мы никуда из этой жизни не денем, потому что это такой праздник, это когда началось строительство города. Можно так вот на нормальном языке сказать, зачатие города. То есть мы его с нашей первостроителей зачинали. Первая панель была смонтирована, да, на доме. Но мы же понимаем, что для того, чтобы смонтировать панель, был выстроен цокольный этаж, фундамент. То есть гораздо раньше все это началось. Площадка готовится. А 22 апреля был приурочен митинг, смонтировали первую панель на втором доме бригада знаменитого нашего бригадира, строителя-монтажника Дворовкина. И пошел отчет о строительстве города. Поэтому 52 года для города это такой совсем-совсем младенческий возраст. У города все впереди, но тем не менее мы всегда этот праздник отмечаем, считая достойно. В 50-летие юбилея мы установили памятник великому нашему вождю Владимиру Ильичу Ленину. Тоже по просьбе наших первостроителей. Последнюю декаду весеннего месяца саянцы отметят день рождения города, история которого берет начало с 22 апреля 1970 года. Традиция славного города, которая день ото дня становится краше, поддерживает не одно поколение саянцев, назвавших Саянск своей судьбой. Жители сами видят, что город, каким он был, какой он есть, мечтает о том, какой он будет. Хочу сказать, что всегда говорю о том, что пока город строится, значит город растет, город живет. У нас очень много новостроек, как никогда. И планы у нас большие. И в этом году мы должны очень многое сделать. Сейчас завершается строительство детского сада. Начнем капитальный ремонт 21-го сада осенью этого года. Строители уже начали продолжать ремонт улицы Советской. Есть понимание с правительством по ремонту подъезда к городу. И улицу Рогозин у нас держим на старте. Уже готова проектно-сметная документация на улицу Бабаева, которую хотим в следующем году начать делать от проспекта Мира до 11-го микрорайона. В понедельник на планерке дал поручение разрабатывать техзадания на проектно-сметную документацию на улице Молодежной и Спортивной. Затем Гришкевича. Будем уже эти периферийные небольшие наши улицы делать. Большие объемы у нас по ремонту водоводов. Уже начат ремонт водовода на мосту. Уже начинаем, приступаем к ремонту водовода в микрорайоне Южный. Монтажу и впервые, наверное, за все время существования и в микрорайоне 6Б появится водовод. Так же, как и в других микрорайонах, уже Лесной, Таёжный, уже с водой, со светом. Город растет, город живет, город будет развиваться, и никакие санкции ему не помеха. Наверное, это просто даже больше подстегнет. У нас буквально какой-то начался бум. За последние неделю ко мне уже приезжали из Иркутска предприниматели, из Братска. Завод по производству котельного оборудования организовать в Саянске. Мы всем рады, всем показывали площадки. Все, сейчас идут стадии оформления документов. Значит, у нас тепличник продолжает и вот выходит уже на финишную прямую с экспертизы. Поэтому ожидания большие. Мы продолжаем работать и уже в мае сдастся документация на государственную экспертизу нашего киноконцертного зала. Продолжается изготовление документации на крытый каток с искусственным льдом. Завтра будет обсуждаться в 6 вечера в правительстве строительство дома для бюджетников 120-квартирного по адресу микрорайон строителей, дом 2. У него уже адрес юридически есть. Поэтому не стоим на месте, работаем. Главное, чтобы была работа,
Работать есть кому. Безработица у нас на вчерашний день всего 0,62%, 1317 вакансий. Так что рабочие руки городу нужны. Мы надеемся, что мы заполним все вакансии. Город все-таки станет к своему очередному юбилею, но прирастет еще одним нулем. Будет не 40, а 50 тысяч, и так будет развиваться. Надо в это верить, верить в свой город, в свои силы, тогда все будет получаться. Еще раз всех с праздником!